На сегодняшний день остаются неподключенными частично два района города Харькова. Это Холодногорский и Новобаварский районы, где люди, к сожалению, еще не получили электроэнергию в свои дома. Но электрики обещают нам до пятницы, максимум до субботы, подать электроэнергию. Мы будем надеяться, что они выполнят свое обещание. То, что касается сегодняшней ситуации, то в целом по городу есть электроэнергия, есть вода, и могу вам сказать, ходит электрический транспорт, работает метрополитен. В общем, город функционирует самодостаточно, так как это возможно в военных условиях, и позволяет военная обстановка. Энергетики работают 24 часа в сутки. И обещают нам, что именно в те микрорайоны, где сегодня не подана электроэнергия, подать электроэнергию, как я сказал, до конца пятницы, максимум до субботы.